Всем привет! Так, сегодня что, среда? У нас на улице творится светопредставление. Бешеный ветер с дождем. Все серо, черно. Ой. Вы знаете, у меня курица несушка вторая. Часа... Нет, нет. Час, наверное, ходила по двору. Я не могла ее загнать в гнездо. Вот что, застудила или не застудила? Сейчас пошла проверить яички. Она уже вроде села. Я думаю, ну все, наверное, бросила. Сегодня захотелось мне манты. Вот хочу мясо. Все, окрошку. То мама даст, то я делала. А сегодня хочется мне мяско. Вот с утра достала мясо. У меня три сорта. Свинина, говядина, лосятинка. И вот я только что накрутила время обед. Ого, время второй час. И манты уже не успеваю. Сейчас Сергей скоро приедет. Манты, ну, налепишь, ладно, быстро, но готовить минут 40-50 надо будет. Так что я сейчас пельмешек, наверное, настряпаю свеженьких быстренько. Вот фаршок тут не сильно жирный. Хорошо. Сливки туда добавила. 33% у меня были. Посмотрим, вкусно, невкусно. Сейчас настряпаю быстренько. Сегодня у меня дела были. Профсоюзные, как говорится. У двух машин кончались страховки, надо было застраховать. Столько денег сразу в мае, говорю, на эти страховки. Надо же, две машины и в мае. Так. Маша вчера приехала у меня, ночь ночевали они в Южноуральске. Приехала вчера, медаль привезла. Третье место. А команды девочки, они бежали. Первое место заняли в эстафете. Показывала она мне видео. Сегодня опять она уехала с утра в Челябинск. Еще одни соревнования. У меня простуда на лице, все это вылезла, вся вот эта сторона. Видать, в теплице, как у Марины, там это копала, потная выходила, там было жарко. И все, у меня вот вся сторона вот эта расцвела. Красота! Красота! Вот гору такую налепила. Приехал муж. Всем приятного аппетита. Покушаем, потом начну манты лепить. Ребят, мы приехали подкармливать пчел. Потому что на улице сейчас холодная погода. Взятка нет. Взятка — это значит, ну, нектар собирать. Да у нас еще и ничего и не цветет. Ну, ничего не цветет. Ни яблони, ничего. И пчелкам нужно семейство выращивать. Им нужно что-то кушать. Вот мы сварили сироп, сахар с водичкой. И Сергей вот его кладет в каждый улик. Я, конечно, без маски. Сейчас могу получить от пчел. Вот бы получила разок. Ага, разок. Я что, не получала? Вот в мешочках сиропчик. Он их кладет туда. Они сами мешочки разрывают. Кушают. А пустые потом отдают мешки? Ну нет, да, дырки делают, потом я забираю мешки. Я думала, сами тебе отдают. Сами домой приносят. Но.
Сейчас у нас 11. И ветер. Холодно вообще. Вот березки молодые только-только распускаются. Ничего неохота делать в огороде. Такая холодрыга. На выходных вот будем пахать, сажать картошку. Ребятишки все приедут. Ой-ой-ой, пчелы летают рядом. Как бы клещей еще не поймать. Вот это наш поселочек, где мы строим свой новый дом. Это называется За Лысой Горой. Поселок. Молодой. Все только строятся. Наелись пельмени, так я и не сделала манты никакие. Настряпала побольше пельменей, заморозила. Фарш остался, завтра котлет нажарю. Сергей не любит манты, больно. Без них обойдемся. Во какие у нас тучи. Тяжелые. Говорят, и июнь такой же будет холодный. Птички поют. И огурчики себя прекрасно чувствуют. Хоть я и высаживала, их за корни трясла. Нет, абсолютно прекрасно. Очень тепло здесь, очень прекрасно. Вот они, вот они, вот они. Потом я им луночки сделаю хорошие. Посеялась сегодня. Редиску тут полно. Все засеяла и здесь, и здесь. Красота. Тут весь день солнышко в окна. Все хорошо, слава богу. К родителям приехала на огород. Вот какие грядочки у мамы. Ровненькие. Молодец, мама. И папа. Уже приготовились пахать. Еще не пашем. Это вот под картошку. Плантейшн у них. Они вон нам траву приготовили. Сейчас заберем курам. Вот целый гектар. Садят. Не ленятся. Отцу 75 и маме 73. О! Рассказываю, что... Да уже все знают, сколько им лет. Не это. Не ленятся. Вот отец тут такой построил. Шалашик для отдыха. Они от ветра прячутся, от солнца. Придут на весь день, кушают, тут сидят. Закрывай свою лавочку. Маша приехала с Челябинска. Хорошо съездила? Первое место. Ой, темно. Маша устала. Все. 3 дня на соревнованиях. Нюшенька смотрит, просится на ручки к ней. Она все. Спать хочет. Конечно, время 10. 3-й день в разъездах. Все, ладно, ребята, всем до свидания. Всем до новых встреч. Пока-пока.